Всем привет! Это Виктор Афонин, директор по продажам Oriflame Россия. Смотрите, у меня для вас есть одна идея и две хорошие новости. Я долго думал, с чего начать, и решил все-таки начать с идеи. Смотрите, сегодня время действительно не очень простое, да, это важно признавать, и в то же время сегодня все меняется. Каждый день какие-то новости дополнительные. У нас вот сегодня две хорошие новости. Мы с командой посоветовались и решили, что нам важно с вами быть на связи каждый день, и каждый день я приглашаю вас встречаться вот так вот за чашечкой кофе, для того, чтобы я рассказывал вам последние хорошие новости и вообще, в принципе, информацию, и отвечал на какие-то вопросы, может быть, на самые важные темы. Поэтому наливайте кофе, садитесь поудобнее и слушайте две хорошие новости, которые мы с командой для вас приготовили. Первое. Мы решили еще больше поддержать всех, кто, во-первых, принимает решение сегодня присоединиться к Oriflame, а во-вторых, всех, кто у нас приглашает, активно рекрутирует. И с сегодняшнего дня мы объявляем бесплатную регистрацию для всех новичков в Oriflame. Без уже вот этого лимита в 72 часа, без необходимого условия в 1000 рублей, бесплатная регистрация в Oriflame. Сколько будет действовать эта акция, я пока не скажу. Пока считайте, что этот тариф безлимитный, пока она действует, поэтому пользуйтесь, не упускайте эту возможность, сообщите всем вашим друзьям и знакомым. Вот это вот первая хорошая новость, которую я хотел с вами поделиться. Вторая хорошая новость. С сегодняшнего дня у нас входит в рабочий режим наши склады. Я вам сейчас скину уникальное видео того, как происходит дезинфекция на наших складах, как мы следим за гигиеной. Посмотрите, это очень интересно. Мне команда операции вместе с директором по операциям Дараком Градис скинула сейчас это видео и передает вам большой привет. Хочу, чтобы вы знали, что мы с командой каждый день на связи. Они сейчас делают все возможное и невозможное для того, чтобы разработать какие-то новые варианты, для того, чтобы обеспечить доставку. Поэтому следите за новостями, и мы обязательно будем вас информировать, если какие-то крутые проекты и какие-то интересные новости у нас еще будут. Пока всеми новостями не делимся, потому что некоторые пока на уровне идеи, но на днях, может быть, уже я вам что-то еще дополнительно расскажу. Поэтому еще, кстати, напоминаю, что у нас действуют до 5 апреля две крутые акции. Заказ на 50 баллов и бесплатная доставка, если заказ на СЦ или СПО размещен, и мыло за 1 рубль, потому что сегодня это один из самых востребованных продуктов. Ну что ж, я приглашаю вас завтра также на чашечку кофе, затронем еще важные темы, может быть, еще какие-то интересные новости для вас расскажу, поэтому давайте встречаться регулярно и будьте здоровы, будьте активны и самое главное, делитесь настроением, делитесь улыбками, потому что улыбка укрепляет иммунитет. До встречи, до завтра, пока-пока!